Ребята, всем доброе утро. Сегодня у нас 12 ноября, воскресенье. Уже привели себя в порядок. Собираемся ехать в клинику, отвозить Дениса на осмотр. Я сегодня надела свое любимое платье. Достала ботфорты, которые Леша привез. Я вообще забыла за них. Они на небольшом каблуке. И куртка. Я думаю, я не замерзну. Кстати, по поводу отопления. Включили отопление сегодня ночью. И горячая батарея на кухне и в коридоре. А в нашей спальне, вернее в зале и в Сониной комнате холодные. Леша вчера ночью пытался сбросить воздух. Ничего не происходило. Воздуха не было и батарея была холодной. А сегодня вроде бы, вот сейчас Леша спускает, много воды. Вылета и вроде бы потеплели. Мы уже в кабинете, ждем врача. Сейчас у нас освободится. Ну, так не без этого. Мы уже тут 2 часа. Ждем очереди свои. И им важнее. Ну, да. Им важнее. Денечка. Ну, хорош. Так, ну что, ребят, вышли мы от ветеринарного врача. В принципе, о чем я думала, это так и есть.
все-таки я какой-то информацией владею челюстно-лицевой хирургией, кое-что в этом понимаю. В общем, это опухоль. Понятно, что ее название сказать врач не может, нельзя в гистологию. Но, говорит, я не вижу смысла в этом брать гистологию. Но будем мы знать это название. И это ничего нам не даст. Возраст 17,5 лет. И объем этой опухоли, она заполнила всю гайморову пазуху, весь носовой ход с правой стороны. И нашла, куда ей расти. Она растет через лунку удаленного клыка. Врач сказал, что это очень часто бывает. Она идет, растет в ротовую полость, и она растет из носа. Почему выделение? Потому что эта опухоль растет и гниет, и продукты этого распада вот таким вот образом выходят. Чтобы ее удалить, нужно распанахать ему пол черепа. Как это будет заживать? И еще вариант, что после удаления такие опухоли могут давать рецидивы и расти снова. Ну, в общем, врач не берется оперировать. И сказал, чтобы мы готовились и жили с этим сколько сможем. Вот, если она будет увеличиваться до крайних размеров, через 600 метров поверните направо. Ему будет неудобно есть, то есть больших размеров в ротовой полости вырастет, то тогда удалять часть этой опухоли, прижигать, потому что полностью ее все удалить, ну, технически очень сложно, и учитывая возраст, это может все закончиться прямо в операционной. В общем, как-то так, ребят. Решили заехать в Леруа Мерлен. Тут по дороге был близко. Хочу крючки купить. Повесить все-таки гардины и шторы. На сайт заходила, смотрела, что вроде бы есть выбор. Сейчас посмотрим. И сразу нас встречает красота. Подушки красивые. Блин, какая люстра красивая очень. Красивая, да? И цена красивая. 8 тысяч. Так, это обои. Да, тут не будет. Дальше пошли. Так, вот тут карнизы. Где-то должны быть тут и крючочки. Пойдемте смотреть. А вот и крючочки. Так. Сейчас будем смотреть. О-о-о-о-о-о. Вот тут крючочки. И вот они. Та-дам! Я нашла. И надо еще кольца, которые купить, металлические. Сейчас будем смотреть. А вот и колечки. Цена, конечно, сколько тут их штук? 10 штук. А мне надо штук 30. Ой, мам, смотри, какие лампы есть для растений. Розовенькие. Там даже написано для рослин. И стоит сколько? 300, да? Да, 374. И для аквариума есть. Ну, для растений тоже. Город, он сам. Угу. Вот такие ставки. А вот все пятна. Угу, тоненькая. Да. Угу, ты пятна. Такую я хотела Соне в комнату. Но потом мы решили все-таки повесить светильник, который на кухне. Это очень красиво. Ее, в принципе, можно и самому сделать.
Андрюша. Андрюша, вот эти светильники понравились очень. Они такие, как голограммные, да? Угу. Красивые. Цыган Лёша. Все, берем ванну, делаем. Закончится война. Одна стенка такая, так, одна такая. Так. Одна желтенькая. Ага. Ну и одну там, где пачкается. Угу. И что это будет? Колхоз «Червоный дышло». Зато блестит. Мне нравится все, что блестит. Понятно. Сорока. Охренеть. Нет, в прихожке нужно было сделать. Узкие такие длинные колонны сделать из этого. Будет красиво, да, согласна. Тут же еще зеркало, то есть тебя видно там. Да. Как элемент декора, узкие такие полоски, они будут пространство увеличивать и удлинять. А вот зеркальные тоже красиво. Вообще выбери. Да, тут хороший выбор. Угу. На левый берег яички, если надо. Да. Ну, на это красиво. Блин, соты какие-то. Медок. А мы, может быть, в нашем не ходили просто по плитке? Мы не ходили там, Леш. Мы по краю прошли и все. Ну, может быть, ладно. Я блестя. Вам показать, как я делаю складку. Вот, чтобы получалась вот такая красивая складка. Вот. Многие об этом знают способе, но я решила с вами тоже поделиться, вдруг кто-то еще не в курсе. Значит, смотрите, вот такие есть крючки. Вот так они выглядят. Это для потолочного карниза, но я буду использовать их просто, чтобы сделать складку. А уже на карниз буду вешать. У меня тут, кстати, есть, вот смотрите, на этой ленте два ряда петелек. Вот нижние петельки я буду делать складку, а за верхние буду фиксировать уже на карниз. Так вот, смотрите, начинаем. Самая первая петля у нас. Продеваем крючок. И продеваем крючок через одну, на третью. Вместе соединяем в одном крючке. Пропускаем одну петлю. Если у вас лента с более близким расположением, значит две пропускаете. Вот следующая петелька, мы ее пропускаем. И потом опять первая, третья зафиксировали. Одну пропустили. Первая, третья зафиксировали. Сейчас я вам покажу дальше, как я это буду делать. И тут еще нужно правильно вносить, чтобы не были перекручены вот эти вот сами ниточки. Тогда она не будет. Потому что если перекошены, складка получается этот край выше, этот край ниже. Видите, петельки не перекручены. Значит, мы одну отступили. Вот. И дальше у нас первая. Вот вторая и вот третья. Значит, смотрите, вот у нас есть крючок. Третья. Мы крючок вносим сверху вниз.
видите, сверху вниз. А здесь снизу вверх. Вот. Вот. Видно, да? Я надеюсь, все видно. И соединили. Вот. Видите? Тогда не будет ничего перекручено. Вот таким вот образом. И дальше поехали. Это тут висели крючочки. Это Таня передавала шторы. Спасибо огромное, Танюш. Они очень многие ломаются тоже уже. Время пришло. Они вот тут, где самый тоненький участок, они тут ломаются. Вот они вот тут уже у меня поломанные есть. И Танечка передала свежие крючки, вот новенькие. Вот я их и устанавливаю. И вот еще раз покажу. Одна. Пропустили. Раз, два, три. Вот. Здесь сверху вниз, а здесь снизу вверх. Во. И зафиксировали вот так. А между этими складками у нас одна петелька свободная. Вот так красиво получается. А на верхний ряд ленты закрепила вот такие крючки. И их уже буду устанавливать на карниз. Показываю, ребят, вам конечный результат. Ну, это я максимально задвинула вечерний вариант. А с утра можно будет эти шторы немножко уменьшать. И есть еще такие вот подхваты. Нужно будет купить крючки. И можно будет красиво за крючки фиксировать. Ну, мне нравится. Прикольно. Ребята, приготовила салат, который планировала. Это любовь. Во рту взрыв. Вкусовой взрыв. Как банальная свекла может быть такой вкусной? Это невероятно. Супер. Просто супер. Так что обязательно посмотрите рецепт. Он завтра выйдет. Жду от вас комментарии и лайки. Он этого заслуживает. Мы ужинаем, а Фиксик меня тут гипнотизирует под столом. Фиксик, что ты хочешь? На ветер сидит. Ты покушал. У тебя лапка уже не болит. Чего ты страдаешь? В туалет ты уже только что ходил. Что? Вкусняшку я тебе сегодня уже давала. Что ты еще хочешь? А? Что? Ну что? Ну что, попрошайка? Ну что? Тут Денис с Максиком вдвоем хорошо так сидят. Денечка. Мой сладкий мальчик. Вот буквально полчаса назад я ему все вытирала. И снова куча выделений. Вот Кексик пришел. Кексик вкусную руколу кушал. Да? В салате нужна рукола. Я вам сразу заранее говорю. И Кексику досталась рукола вкусненькая. Ну что? Ну что, гипнотизер ты мой? Что? Хочу сказать, ребята, о Торецке. Громко сегодня. Конечно, не так, как вчера. Вчера вообще был кошмар. Куда-то попали, не было электричества во всем городе. Ближе к вечеру включили, слава богу. Связь есть, мы общались плохая. С Вовой. Ну, плохая, да. Ну, не везде связь есть. Угу. Ну, на микрорайоне есть, мы с Вовой разговаривали, да.
Вот. Он нам очень сильно сейчас помогает. Мы сделали замеры мебели, которой нам не хватает на кухне. И Вова сделал все расчеты. Будем делать заказ. Где? На Кроносе? Mm-hmm. Не, планировали где? Планировали на Кроносе, но Кронос курит. Ну, сильно там цены, да. Ну, в общем, еще есть вариант. Вова его пробьет, если получится, там, по идее, должно быть дешевле. Ну, мы потом все расскажем, когда получится. Вот, а так, конечно, в городе ветер сильный. Сильный крыша ветер. Срывает шифер, срывает полиэтилен. Ого. Ну, Вова говорил, там предупреждение до 30 метров в секунду. Всем мирной тихой ночи, ребята. Завтра новая неделя. Напряженная. Завтра и я целый день работаю, и Лёша работает, и у Сони уроки. И вы все тоже идете на работу. Я желаю вам удачи, тишины, покоя и работоспособности. Все, всем пока.